В Музее промышленности и искусства презентовали новый путеводитель по областному центру. Он называется «Город Красной Зари. Иваново. Неканонический путеводитель». Автор издания Михаил Тимофеев, доктор философских наук. Презентуя свой проект, он отметил, что книга отличается от ряда предшествующих работ ивановских краеведов. Те книги, которые уже существуют в городе, они расширяют кругозор, но единственный недостаток, как мне кажется, один, по крайней мере, важный недостаток, который я хотел устранить своей книгой, это то, что эти книги скучно читать. Я хотел сделать книгу не скучно. Ну и, естественно, читать, судить, получилось это или нет, но, по крайней мере, я к этому стремиться. Путеводитель хорошо иллюстрирован. Он показывает самые разные стороны города, а не стандартный ряд достопримечательностей, как это обычно бывает. Нам, чиновникам, да, мне как главе города хочется видеть наш город начищенным, свежепокрашенным и тем, наверное, которым он никогда не станет. И действительно, я вот после того, как книгу эту первый раз в руки взял, испытал вот чувство легкого шока, думаю, что же это за путеводитель, где там кривые заборы, да, и некрашенные таблички, некрашенные фасады. Но после этого я понял, что это именно тот формат путеводителя, который нужен, потому что мы любим город ведь таким, какой он есть, и привыкли в нем жить, и именно поэтому у него есть свое особое очарование. Фотографии для путеводителя делал сам автор. Также книга дополнена иллюстративным материалом из ивановских музеев. Это репродукции картин и уникальные фотографии. Некоторые из них опубликованы впервые. Неканонический путеводитель будет интересен не только туристам, но и горожанам. Ивановцы смогут увидеть родной город в новом свете. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.